На площадке команды МТС-банк и Московский кредитный банк. Банковское дерби команд, которые хорошо знакомы всем тем, кто не первый сезон следит за нашими соревнованиями. Итак, у нас МТС-банк играет в зеленых манишках. Московский кредитный банк обновил форму после прошлого сезона, но цветовая гамма не отличается. Все так же красные и черные цвета. Составы команд. За МКБ сегодня выступают на воротах Копа Галиадзе. Полевые игроки 14-й Максим Горячев, 3-й Александр Молтопар, 15-й Валентин Виноградов, 7-й Игорь Васильев, 17-й Михаил Соколов и 25-й номер Игорь Холоднов. На скамейке таким образом находится только один футболист. Тяжело будет играть без замен. Очень много отсутствующих. Ну, в первую очередь, конечно, это Борис Безрукавников. Его отсутствие будет ощущаться сильнее всего. За МТС-банк выступают на воротах Игорь Михеев, полевые 13-й Саид Рамазанов, 5-й Антон Тарасов, 11-й Андрей Зинкевич, 12-й Максим Сидоров, 3-й Ильдар Салиев, 9-й Денис Никитин, 8-й Иван Уколов. Таковы составы. Я напомню, что в прошлом сезоне МТС-банк выступил очень здорово в конференции «Б», занял первое место и практически прошел весь сезон без потерь. Было единственное поражение от МРТС Инжиниринг. Московский кредитный банк, в свою очередь, тоже играл неплохо в турнирах кубковых, но полноценно вернулся в сезон только сейчас. Сегодня МТС-банк уже на поле выходил. 0-0 провел матч против Росагролизинга. Напряженный выдался поединок. Много сил было потрачено. Не все получилось и в обороне, и в атаке. В общем, результат в целом можно назвать неплохим. Хотя, ну, вряд ли МТС-овцы рассчитывали на одно очко после этого поединка. Встречались наши соперники трижды, и трижды победу праздновал Московский кредитный банк. Счет матчей 2-0, 4-0 и 4-1. Последний раз встречались на Кубке ГТО по мини-футболу 31 мая 2015 года. Ну, соответственно, этой весной. Да, 4-1 тогда были зафиксированы цифры на табло. Ну, можно говорить, что АИЖК... Московский кредитный банк, конечно, является номинальным фаворитом. Статистику переломить всегда бывает очень непросто. Но почему бы МТСу не начать это делать прямо сейчас? При нарушении правил уже зафиксировано в матче. Два раза фалил МТС-банк. Одно нарушение правил на счету МКБ. МКБ пытается в очень высоком прессинге играть, и МТС все тяжелее становится выходить на чужую половину поля. Вместе с этим МКБ после перехватов пока по-настоящему зрелищных и, самое главное, опасных атак не показали. В общем, ровная игра.
МТС. Выводит мяч с линии поля. Попытка забросить сразу вперед. Не удалось. ТС проводит первую по-настоящему опасную атаку. Не хватает точности в заключительной передаче, но общее впечатление создает. Впечатление определенного лидерства, преимущества, большей активности. Не хватает Безрукавникова в обороне, в разрушении. Все-таки Безрукавников как раз тот человек, который... как никто умеет мяч отобрать, одного человека обвести и сделать как раз решающую голевую передачу. Ну или самостоятельно ударить по воротам. Здесь уж как карта ляжет, что называется. Попытка удара с острого угла, но такой полуудар, полупрострел. Замыкать было некому. На мяче оказался первым вратарь. В итоге угловой. 20 секунд остается до свистка на перерыв. Ну вот и время на контратаку. Втроем выходили. Фактически против одного защитника и вратаря. Первый тайм окончен, впереди второй, сейчас перерыв. Хорошие комбинации решили начать МТС-овцы вторую 10-минутку. Вратарь помешал. Куба Галиадзе. Давно защищает ворота Московского кредитного банка. Защищает уверенно, четко. Всегда минимум нареканий к нему было. Но вот не хватает сейчас его лучшего друга, по крайней мере, по коллективным действиям, Бориса Безрукавникова. Без него будет играть тяжело. Не могу сказать точно, насколько долго продлится это отсутствие. Возможно, это такая разовая акция, потому что вчера его мы на соревнованиях видели. И вроде бы чувствовал себя неплохо. Thank you.
попытка выйти на оперативный простор. Смещение на фланг. Интересным получилось. Два игрока остались неудел, но уже оттуда было тяжело делать нацеленную передачу. Угловой. МТС очень активно проводит начало второго тайма. Перерыв команде пошел заметно на пользу. Не стали выносить мяч защитники МКБ. Дорожат снарядом. Не часто он достается, поэтому и пытаются даже сложные ситуации начать комбинировать. Удар хороший, прицельный. Угол был островат. Гелиадзе закрыл единственное возможное пространство в воротах. В общем, все достаточно безопасно. Удар плотный, не зафиксирован мяч, но на подборе оказывается защитник МТС. Диагональ хорошая прошла. Защитники МТС негодуют. 12 номер высказывает большие, значительные претензии партнерам. Поактивнее должны возвращаться. Классный дриблинг. И можно выходить 2 в 2. Вратарь молодец. Вроде бы уже оказался на паркете, но грудью сыграл. Хватило роста. Минуты времени еще очень много. Я уже говорил, что в первой половине дня, даже не в первой половине, а просто за два первых матча было забито 9 мячей, а вот за последние 4 игры только 3 забитых гола. Да, идет у нас под статистика. Последние 2 игры так вообще 0-0. Не хватает нам голов. Ну, здесь судья помогает разобраться
футболистам, кто должен вводить мяч в игру. Сейчас мяч достается МКБ. Тайм-аут взяла одна из команд. Совсем скоро игра продолжится. Далеко не уходите. Ну вот, посвящались футболисты МКБ насчет дальнейших действий, но не увидели мы какого-то суперинтересного розыгрыша аута. Я думаю, что было задумано несколько иначе, чем исполнено. Ленточки прокатился мяч. Никто не смог замкнуть этот такой своеобразный прострел. И 2 минуты 20 секунд до свистка. Время есть даже не на один забитый мяч. Но нету количества атак, которые может перейти в качество, то есть забитые мячи. Три в три. Да, если счет не изменится, это будет вторая ничья для МТС за день. Первая, напомню, была зафиксирована в поединке с Росагролизингом. Может быть, не самый удачный старт для победителей предыдущего первенства в конференции Б. Ну и соперники непростые. Росагролизинг — хорошая команда. Несмотря на то, что по-серьезному мы начинаем с ними знакомиться только с сегодняшнего дня. Последняя минута пошла, будет играться по чистому времени. Подбор за МТСом. Выбивают защитники. Аут. 36 секунд. Дальний удар. Абсолютно правильно, что еще остается. Тем более на последних-то секундах. Прорыв по флангу. Вратарь почувствовал момент, когда нужно выходить. Издалека снова вратарь, не играя руками, отбивает. Это последние секунды. Второе нарушение МКБ. 2 секунды. Времени только на удар. Удар издалека. Ну, недалеко от крестовины мяч просвистел. Все, заканчивается матч. 0-0.